Сегодня в меню мясное ассорти. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль по вкусу. Свинина 1 кг. Острый перец по вкусу. Куриное филе 600 грамм. Говядина или телятина 1 кг. Растительное масло 2-3 столовых ложек. Благодаря сочетанию трех видов мяса, блюдо получается невероятно сочным и оригинальным. Тут не нужны никакие особые специи или приправы, но при желании вы можете использовать их как и маринад, например. Кроме того, вариантов, как приготовить мясное ассорти, может быть множество, включая разные начинки внутри, жареные грибы, овощи, сыр, орехи и так далее. Из указанного количества ингредиентов можно приготовить 2-3 полноценных рулета. Если вы хотите сделать небольшую порцию, то уменьшите нормы. Мясо первым делом вымойте как следует и обсушите. Выложите пласт говядины на рабочую поверхность и аккуратно отбейте молоточком. Лучше всего использовать вырезку. Посолите и поперчите кусочек с двух сторон. То же самое проделайте и со свининой. Чтобы не образовались дырочки при отбивании молоточком, мясо можно положить под пищевую пленку. Выложите пласты мяса один на другой и в центре разместите отбитые, посоленные и поперченные кусочки филе. Теперь ответственный момент. Нужно аккуратно и очень плотно свернуть мясо рулетом. После заверните в фольгу, предварительно хорошо смазав ее растительным маслом, выложите в жаропрочную форму и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Запекается рулет из мясного ассорти минут 40-50. Остужать его рекомендую, установив небольшой пресс. Это поможет рулету сохранить форму. После аккуратно разверните фольгу и нарежьте мясо порционными кусочками. Выложите в тарелку для подачи и подавайте к столу с соусом и овощами. К праздничному столу такой рулет из трех видов мяса будет как нельзя кстати. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!